День добрый, добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И в этом видео мы продолжим играть в игрушку Binding of Isaac Rebirth. И так как я теперь золотой бог, и мне больше вообще ничего не нужно, кроме более половины вещей, которые мне нужно еще найти, мы пойдем в челленджи. И пойдем и возьмем что-нибудь посложнее, типа... Где это было? Я себе насмотрел. Solo System. Хорошо. Прикол тут в том, что, если я, конечно, не ошибаюсь, в том, что да, у нас нету возможности стрелять. У нас есть очень много, ну, конечно же, не очень много, но много мух. Они еще не все, к сожалению. Все хорошо, отлично все начинается. Так, спокойно. И, конечно же, нужно уметь играть в эту игру, чтобы такое пройти. Что мне, конечно же, не дано. Вообще не дано. Давайте попробуем. Опаньки, лечусь. Так, комнаты золотые мне отменяются, так же, как и... Нет, все, мне просто отменяются золотые комнаты, все остальное можно. У меня есть полет, что отлично. У меня есть одна бомба, чего маловато, поэтому я сейчас пойду посмотрю, может быть, смогу найти еще что-нибудь в других комнатах. Там два золотых сундука, там синий камень, я так или иначе хочу. Так, мне нужно сконцентрироваться на то, где начинают крутиться мои мухи и куда мне стоит отправляться в самом начале комнаты. К сожалению, какашки я выковыривать не могу. Так, а то есть синяя муха. Или просто заходить тогда в комнату так, чтобы я уже знал 100%, где мои мухи. Да, потому что они не начинают с самого начала крутиться, а продолжают крутиться. То есть просто знать, где они стоят, и потом тогда врываться в комнату. Так. Давайте взорву здесь синий камень. Это было совсем очень не очень. Лэри Джуниор, знаете, с моими вещами вполне проходим. Очень даже проходим. Потому что я могу бить по всем его сегментам. Мне можно держаться достаточно далеко от него, он не плюется. О, господи, это, по-моему, было что-то абсолютно бесполезное. Нет, это было больше... Нет. Больше зла. Спички мне еще дали бомбу, получается. То есть черное сердечко и бомбу мне дали. Это хорошо, то есть это значит дополнительные синие камни, которых здесь, к сожалению, нету. Я могу своей бомбой сходить посмотреть, может быть, у меня в секретной комнате что-нибудь есть. Давайте пойдем на следующий этаж, потому что игра решила надо мной издеваться. Так, а как это? Чем я? Мне интересно будет. Некоторые какашки взрываются, некоторые нет. Странно. Ничего, пойдем дальше. Так, мне, по-моему, только до мамы нужно дойти, что уже радует. Так, а еще к тому же все мухи, которые мухи, просто мухи, они мне дарятся. За что спасибо. Конечно же, ключики не вовремя ключики. Да. Ах ты, ключ! Слышу, это до игры доходит как до жирафа. Что? Ключи? Какие? А, ключ! Ну хорошо, на, получай. Раз ты хочешь ключики. Так, синее помело. Помело синее. То есть принципиально нету ничего, кроме бомб и золотых сундуков. Больше ничего нету. Даже ключей больше уже нету, потому что я начал слишком сильно жаловаться, игра на меня решила наплевать. Так, ах, ты жалуешься? Тогда иди, гуляй куда-нибудь в другое место. Знаете что, вот я синей мухой пользуюсь часто, а красной мухой мне пока что страшновато пользоваться, это скажу вам честно. Слишком уж близко приходится подходить. Но видите, если случайно, то все-таки получается. Ага, пойдем дальше. Ага, это, считайте, шанс на дополнительное здоровье. Притом, босс более или менее стационарный, и... Опаньки, отлично. Можно его убить. На костер не натыкаемся. Вроде бы здесь может быть секретная комната. Я вообще юмор не понимаю, юмор. Давайте посмотрим еще здесь на секретную комнату. Просто из расчета на то, что
может быть, здесь будет секретная... Нет. Комната, и я смогу попасть сквозь нее в босс-комнату, и бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. А, 4 ключа. Понадеяться на скидку? Давайте сходим. Скидки нету. Есть скидка на ключ, которой я воспользуюсь. И пойду дальше. Хорошо. Так, конечно же, в челленджах мы не можем набирать еще больше денег в машину и всякого такого делать нельзя. Нельзя делать всякого такого. Но в общем, мы можем двигаться дальше. Играть, сражаться и... Так. Спокойно, спокойно, спокойно. Есть. Даже сделка с сатаной. Еще больше здоровья, так что я даже не откажусь. Давайте мне. Братик, который бросает с... Знаете что, я тогда могу стрелять, по идее, и он тогда будет стрелять тоже. А он стреляется мухами дополнительными, если я не ошибаюсь. Да, да, все хорошо. Тогда давайте пойдем. Лишняя муха не помешает, не помешает. Притом она постоянно будет выходить, она не одна на комнату. А постоянно, как только она исчезает, она сразу же новая появляется. Видите, бам-бам-бам. Да, считайте, это я могу стреляться уже мухами. Это уже совсем другая история. Уже у меня практически есть даже выстрел. Немножко такой. Да он самонаводящийся даже. Самонаводящийся. Так, толбетка. Угу. Мухи, давайте. Я все-таки не зря взял братика. 48 часов энергии, это чудесно и прелестно. Куда мне его потратить, скажите мне, пожалуйста. Только не посылайте меня куда подальше. Вот можно даже с мухами прятаться над камнями. Здесь синий камень очень заметен. Серое сердечко и ключ, это отлично. Да. Не очень приятная комната. Но я чувствую, что вот с этой этой мухой я пройду всю игру. Буду прятаться над камнями и проходить всю игру только одной мухой. Потому что, да, вот эти атакующие мухи — это мило. Но все-таки это страшно, конечно же. Ну, подходить к своим врагам слишком близко. Особенно, когда они делают вот так вот. Хорошо. Сердечко. Синих камней нету, больше ничего нету. Пойдем, конечно же, дальше. Давайте посмотрим. Паньки, здрасте. Вот с этим товарищем можно достаточно быстро разобраться, без всяких проблем. Это деньги дополнительно, это боевая комната, в которой у нас один серый сундук. Я пока что не настолько так разочаровался в жизни, чтобы идти с моим всем, что у меня есть, в боевую комнату на один серый сундук. Еще два серых сердца. Знаете что, сейчас стоит сходить к боссу. Я еще прогуляюсь по уровню, но если я сейчас пройду, не получив по красным сердечкам урона, сказал я и получил пол сердечка синего, это не страшно, то я, может быть, получу сделку с сатаной, которую я могу... Нет, это старый бандаж, да, это не крутой бандаж, это старый бандаж, к сожалению. Ничего, это просто пустое сердечко, которое мы сразу же заполним и пойдем дальше. Сделки с сатаной не было. Здесь, по-моему, был взрыв, и секретная комната не открылась. Так у меня что, и секретная комната тоже отменили? Как-то странно было бы. И грустно. И странно, и грустно, и странно было бы. Так, это само... Да. Парни. Парни, которые совсем, да. Которые совсем неприятные. Так, здесь мы проскакиваем сюда. С этими товарищами мы разберемся быстро и жестоко. Ага. 8 монет. Это карточная сборка. Это две карты можно взять с собой. Мило, но я не буду брать это. Я лучше возьму серое сердечко, да, и пойду дальше. Так, посмотрим, что еще в остальных. Целый один монетк. Один монетк. Это круто, один монетк. Так, ну что, давайте... Мне все-таки интересно. Есть, есть секрет. О, да, о, ей, у, е. Типа, изверги. Сейчас взорву какашку тогда. Ах, она еще и не взрывается. Ну, пускай она тогда идет в попу. И прямая дорога именно туда. Так, муха, ты делай свое дело, пожалуйста. Пока что я... Оп,
нападающих мух не выстроил. Оп, в нужном направлении. Моя летающая самонаводящаяся муха должна работать, а она не работает. А, есть. Текс, вроде бы больше здесь ничего нету, но пойдем в другие комнаты еще сходим. Так, это скелеты. Хорошо. Сейчас разберемся со всеми. Ключ еще один, который неизвестно куда мне себе сказал. Я знаю, куда вы мне предложите засунуть этот ключ. Не надо. Не надо. Зачем, скажите мне, зачем над собой так издеваться? Есть. Хорошо. Спокойненько, осторожненько. А, мухи, выстройтесь. Так, толбетка, один. Меньше удачи, ну, я даже не знаю, насколько мне это помешает, но... Могло бы быть и лучше, все. А, еще синие камни я не пропускал, по-моему. Нет, вроде бы нет, не было ничего. Идем тогда дальше. Так, мой чай, он меня... Мне, во мне дырочку не прожжет? Нет, прожжет дырочку. И, к сожалению, я только что увидел, что, по-моему, тут маминым сердцем не обойдется. Тут нужно как то есть мама и простой, тут нужно как минимум мамино сердце пройти. Так, полсердечка отдаем. Это у нас вещь от Гаппи, которую я недавно понял, спасибо за комментарий, что это от Гаппи. Это может быть одна жизнь, да. Не знаю, какой шанс там получить одну жизнь или не получить одну жизнь. Что важно, это то, что может быть я смогу получить Гаппи. Что мне, по идее, ничего много не изменит, но, это мне, может быть, даст еще больше мух, которые будут летать, когда я стреляю, или, может быть, так как я не стреляю, я вообще не буду получать мух, что было бы неприятно. Тогда, может быть, даже Агапе стоит подумать совсем в другом свете и не радоваться. В общем, может быть, я выживу одну жизнь, у меня будет еще дополнительный мелкий шанс продолжить свое существование. Когда я все-таки потеряю все остальные шансы. А, да, линейные пауки, которые просто пошли над камнями. То есть без тормозов. Я не смог спрятаться. Хорошо. Я припомню это. Я им это припомню. Да. Потя. Товарищи. Нет, не дружелюбные. И странные. Давайте пойдем к боссу. А, темный. Это не очень, это не самая классная вещь. Хотя, по идее, да, мы так или иначе должны держаться рядом с ним, когда он стрелять начинает. Но первое, что-то он не начинает стрелять, и второе, он... А, вот он начинает стрелять. Хорошо, где твой лазер? О, темный-то наш. Ага, вот он. Так, ну, по-моему... После него я почему-то всегда от него ожидаю вещь хорошую на сатану, а он мне ничего такого не оставляет. Он не оставляет там мамины трусы, что-нибудь такое абсолютно. Что-то от сатаны я ожидал чего-нибудь покруче. А оно так получается, что нет. Вот одно сердце. Что это такое? Это скорость и дальность. Дальность, да. Это то, что мне нужно было. Лезвие бритвы и некрономикон за два красных сердца. Некрономикон дает мне черные сердца, если я не ошибаюсь. Давайте потратим. Хорошая вещь. Да, он мне дает черное сердце. А теперь мне может быть даже 106 бомб. Я не знаю, найду ли я здесь батарейки еще где-нибудь на уровне, но давайте прогуляемся. У меня такое впечатление, что у меня достаточно много урона, чтобы, знаете, можно было погулять, не боясь особо того, что со мной произойдет. У меня есть полет, у меня есть мухи, которые самонаводятся и самостреляются. И у меня есть шанс собрать, может быть, черные сердечки. Да и если я буду терять черные сердечки, я буду наносить всем урон вокруг меня. Так что это меня не очень пугает, эта ситуация, в которой я сейчас нахожусь. Что можно гулять, можно себе это позволить. Опаньки. Оп. Есть. Хорошо.
Это плохо, потому что это очень нужно настроиться на то, что здесь в комнате происходит. Я уже потерял то, что заработал непосильным трудом. Три кожаные куртки. А как же еще один золотой сундук, в котором сейчас будет что? Так, 48 часов на армии. Сатана. Даже не знаю, действует ли он... Ох ты, господи, боже мой. Действует ли он на мои вещи? Увеличивает ли урон мух? Именно мух. Давайте сходим. Это за монетки урон? Нет, я куплю себе лучше так. Давайте я схожу в одну комнату. А, у меня не хватает трех. Ну ничего. Так, давайте сейчас посмотрим, что у нас будет. Например, вот здесь вот. В секретной комнате. Ха-ха. Бомбы. Ну что, здесь могут быть... Ой, я не там поставил. Ничего. Ага. Очень могут быть монеты. Так, это у нас как раз шанс чего-то хорошего и интересного. Может быть... Хорошая карта. Может быть, что-то хорошее. Нет, нет, ничего. Вот, отлично. А то есть раз, серое сердечко, 48 часов энергии, еще черное сердечко и еще раз черное сердечко. Вот, 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 вот почему не зря. Не зря я прошелся здесь. Ха, ну я по идее доволен. Там та батарейка, которая осталась, там, которая мне не хватает денег на нее, я... Так уж и быть, пускай она живет. Не буду на нее сильно обижаться. И здесь тоже не буду взрывать. Потому что я боюсь, что я не смогу достаточно близко поставить бомбу к костру, чтобы она взорвала костер. Но все еще как бы, что-нибудь сделала с огнем, и меня не подожгла, и все это произошло нормально и прилично. Это не очень хорошо. Потому что эта тварь еще стрелять все умеет. Либо он просто так тусовался, ничего не делал. Вот как эти товарищи. Ага. А! Вот-вот, все. Все хорошо, все. Теперь делайте все, что вам угодно. Стойте на месте, радуйтесь, кричите. Вам придет смерть с двух мух. Двух мух. Двух мух, двух мух, двух мух. Двух мух! Двух мух, двух мух, двух мух. Черт. Зачем я это сделал? Разогнался двух мух. Двух мух меня затянуло. Загипнотизировала и заставила себя подставить глупым образом. Да, это двух мух виновата. Двух мух. А пойки и бри-бри. Ну, есть. Ох ты, господи. Классная комната, шикарная комната. Хорошо, я даже не было сарказма там в моем голосе, когда я сказал, что эта комната... Не чуточки сарказма не было. А, хорошо, идем дальше. А, ё-моё, маме на руки. Так, это будет тяжеловато немножко, потому что тут нужно их еще убить. Да, потому что тут еще пойди в них прицелься. Загребущие. Я думаю, мы разберемся. Так... Синяя муха. Есть карта. Temperance. Давайте бросим, почему бы и нет. Давайте сделаем так. Хорошо. У меня, считайте, полное здоровье, что совсем ненормально звучит почему-то. Я могу себе больше денег взять, что тоже выгодно. Давайте-ка, у меня есть достаточно красных этих контейнеров. Можно было побаловаться на уровне достаточно красных сердец. И, оп, пайки. Каким образом мне выпало красное сердце, я не знаю, но я не буду отказываться от него. Угу. Хорошо. А теперь мы полечимся немножко, пойдем погуляем. Видите, уже практически на покупку в магазине. Хотя в магазине 100% будет супер-пупер жадность. И я буду потом материться долго и ужасно, но все-таки как бы тут ничего не поделаешь. Такова жизнь и такова игра. Так. Don't hate the player, hate the game. И бреп. Давай, ты уже умирай. Оп, можно было полечиться. Анусы. Здрасте, кричащие анусы. Как мы давно с вами не виделись.
Есть. По-моему, тут еще два, как минимум, кричащих ануса. Ага. И еще один. Нет, 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 нет. Вот так. Ну, скричит за всех своих павших товарищей. Такс. Давайте пойдем. Уп. А, знаете, давайте просто пройдемся. Я сейчас не буду разворачиваться там играть. Так, где? Где? Сначала давайте посмотрим. Где все, что меня пугает? И где все, что мне нужно сделать, чтобы меня это не пугало? Ага, полсердечка. Не. Ситуация моя не улучшилась. Ой. Зато они все умерли. И мне дали черный сердце. Да, 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 я не против. Сумочка. Я бы не отказался от дополнительных тринкетов. Это первая глубина. А то есть, может быть, еще будут... Ой-ой-ой. Может быть, еще будет... Ой, эбря, абря, 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 абря. Хорошо. Еще будет магазин на следующем этаже. Да, может быть. Без жадности, ха-ха-ха. Ага. Так, мне что, теперь нужно урон получать, чтобы все было нормально, да? Получается так. Война! Я получу урон. По-моему, можно не волноваться. Ага. Знаете, я отойду получше, тут подальше оттуда отойду. Вот так вот отойду. Эбря, абря, абря. Черт, это можно было не делать. Ага, хорошо. Давайте тогда. Вот этого тоже можно было не делать. Хотя это мне не очень вредит. Так, это кусок мяса, от чего я не откажусь, потому что это полный ореол защиты. Это чудесно. Это не лучшая вещь. Потому что он мне не может дать что-либо, что было бы мне полезно. Уголек я, как бы, я не стреляю, а вот эта вот голова его, она мне просто-напросто невыгодна. Я хочу себе... Ой, ё-моё, зачем я поставил бомбу? Зачем я подлетел к бомбе, которую я поставил? Это еще один вопрос, на который ответ я никогда не найду в своей жизни. Бля, понятно. Так, хорошо. Что это? Уголек. Ну, по крайней мере, я могу взять что-то пассивное и не обижаться на себя. Так, теперь... Эта комната может закрыться, поэтому давайте я возьму вечное сердце с собой. Я просто думал, может быть, я сыграю еще в банк крови, но я просто пойду отсюда, потому что здесь нет ничего больше интересного. Может быть, я, по-моему, пропустил парочку синих камней, но... Бывает и такое. Так, бреп. Хорошо, Некрополис 2. Да! Это не лучший вариант. Хорошо, что, по крайней мере, это не взрывчатые товарищи. Не взрывчатые. Потому что такое, бывает же такое, чтобы были эти, которые оставляют за собой бомбы. Это было бы совсем неприятно. Так можно, по крайней мере, подойти к ним поближе. Так, сказать им дрясте. Угу. 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 Хорошо, и все, и уходим отсюда. Да. Пока я не получил еще больше урона по глупости. Не самая лучшая комната. И не самый лучший мини-босс, который будет за собой оставлять еще два паука, которых я уже не убью. Никаким образом. Мне просто везет сейчас. Каким-то образом. Хитрым. Хитрым образом мне все еще везет. Так, так. И... А, есть. Бомба. Давайте зайдем сюда. Угу. 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 Карта Херофант. Херофант я возьму с собой, потому что вот эта сатана мне вообще ничего не дает. А Херофант, по крайней мере, может полечить. Так, осторожно. Осторожно. Есть. Ах, так. Не совсем. Очень не совсем. Особенно потому, что он оставил за собой еще ораву маленьких мух двойных. Нет, одинарных, но все равно. Они стреляются, они гадкие. Я им не доверяю. Так, красный сундук.
который дал мне дополнительных мух. Черное сердечко дополнительное, хорошо. Херофант может ждать. Так, как раз синяя атакующая муха. Опаньки. Словил, конечно же, по голове, но ничего. Да. Можно было это... Соблазнитель проклятый. Хорошо! Если я не ошибаюсь, это было хорошо. Если я теперь хочу знать, что было хорошо. И почему мне стоит радоваться. А так все будет отлично. Так, пускай они там тусуются. Я буду просто ждать, пока моя синяя муха придет и настреляет им по голове. Не буду им открывать двери и ничего не буду вообще делать. Хорошо. Так, здесь я взорву. Потому что хочется получить халявное синее сердечко халявное. Магазин. Нет, это не магазин, это что-то... Так. По-моему, это маленькая сера. За одно сердце это гениальная вещь, так что я беру. Я не ошибаюсь? Да! Да, это маленькая сера. Хорошо, я не против. Что-то. Так каждый второй раз будет, что ли? Кошкин хвост. С моими 8 ключами я даже не знаю, стоит ли это брать. Не. Да, давайте возьмем. Сколько той жизни. Так, давайте возьмем Херофанта и будем знать, сколько той жизни. Мы можем ее хорошо посчитать. Так, понятно. Спокойно. Маленькая сера, делай свое маленькосерное дело. Ага, есть. Дальше. Так, вот он магазин, настоящий магазин. Да, нужно помнить, что маленькая сера всегда немножко отстает. Вот две вещи за одну. Чудесно. Так, давайте возьмем ключ, потому что мы знаем, что нас ожидают еще золотые сундуки, скорее всего. Так, здесь все поступим абсолютно по-глупому. Пойдем дальше. Как раз монетки удвоились, которые я так и не взял. Я совсем забыл, что у меня маленькая серая, и мне нужно почаще отпускать. Так, да. Да. Угу. По идее, уже даже не на своего героя смотреть, а на вот этого маленького сатаненка. Хорошо, теперь мы... это будет плохо. Это будет плохо. Это неприятная комната, в которой не хочется находиться слишком долго. Всем более или менее здравомыслящим людям. Теперь можно пойти взять батарейку. Помните, я говорил про здравомыслящих людей, к которым я не отношусь. Я молодец. Хорошо, теперь так. И теперь батарейку покупаем. На костер не натыкаемся, батарейку покупаем. Хорошо. Хорошо, идем. Я все еще жив. Я еще не умер. Что две разные вещи. Эта комната нас не пугает. Нисколько. Чуть-чуть. Это зачем? Игра зачем-то это сделала сама с собой. Сама себе при том. Вот так вот жестоко. Ага. Ну видите, сера маленькая, сера она маленькая, да. Я хочу еще пройтись, поэтому нет. Я долго-долго думал, хочу ли я пройтись еще по этому уровню или нет. Оказалось, что нет. Хорошо. Так. Как бы прицелиться. О, маленькой серой. Хорошо. В середину. О! Что я маленькой серой вообще не попал. Хорошо, что еще она мне бросает мух, и я их могу себе забирать. Навсегда. Это мило с ее стороны. Как бы по-дружески. А ё-моё. Это можно было не делать. Спасибо, маман. Что вы на меня наступили так жестоко. Хорошо. Так, по идее, нужно на мух сконцентрироваться и бить ее мухами. Что я, по идее, потихоньку и делаю. Ага. И. Угу. Опаньки, нога. Промашечка. Ноги. Оп. Ну давай. Чуть-чуть. Есть.
Так, давайте серое сердечко, конечно же. Сделка с сатаной у нас уже была. Тогда возьмем простой полароид. Хотя он нас далеко не заведет. Ну, хорошо, все, все. Так. Как бы забег еще далеко не выигран. Далеко. Забег еще может оказаться очень веселым и странным. И ужасно проигрышным. Так как у меня 15 бомб, я сейчас смотрю, где у меня такие цветущие турельки. Или не турельки, а камни цветущие. По-моему, в них обычно бывает всякая гадость. Ага. Так, давайте сейчас концентрируемся на мух. Есть. Протянусы. Здрасте, кричащие анусы. Угу. Я в боевую комнату даже не буду заходить, потому что я знаю, что там ничем хорошим все ничего не закончится. Тринкет, который мне... Почему бы и нет? Давайте возьмем. Хуже не будет от него. По крайней мере, один из чудесных тринкетов, который лучше не делает, но хуже тоже не делает. Кошкин хвост. Который не изменяет ситуацию для меня, но... Я забыл немножко книжечку использовать. Давайте взорвем здесь. Кто его знает чего? Ничего. Так. Ага. Здрасте. Здрасте. Идите отсюда подальше. Вы тоже. Большой какашка. Огромный какашка. Ужасающий какашка. Так грозный какашка. Всех времен и народов. Самый грозный какашка. Даже хуже, чем Бона. Привет всем, кто смотрит South Park. И чуть-чуть. Да, есть. Так, есть. И чуть-чуть осталось. Есть. Не полезно. Теперь, каждый раз, когда я захожу в комнату, я буду отпускать просто. Ничего не страшно, все. Потому что я не помню, где шипы, а где есть шипы. И вообще не знаю, где шипы. Что такое шипы и зачем они сделаны. Поэтому каждый раз, когда я буду заходить в комнату, я вот так... Нет шипов. Да, и вот и так каждый раз. Так, давайте я, по-моему, это слишком долго маленькой серой бить их. Давайте маленькими мухами их будем бить. Это тоже. Почему бы и нет. Хотя, по идее, я из нее ничего хорошего получить не могу. Да, давайте взорвем. Понадеемся на попрошайку. Может быть, наткнемся на попрошайку. О, как. Дексебре, папа, тебе папа. Да. Ну. Есть. Ага. Что хорошо, это то, что у меня полный орел. А то есть это радует. И придает уверенности в будущем немножко. Угу. Мухи, поднимайтесь, мухи проклятущие. Попадайте, мухи проклятущие. Ну что, я уже все обходил. Так, давайте полечимся. Ага. Кричалкины, прыгалкины, леталкины. Ага. Длиннющая комната, да, это правильная комната, но сюда я тоже зайду. Просто так, чтобы опозориться. Угу. Быстро. Комната сдалась. И босс. Хорошо. Так, это... О, господи. Один из более неприятных боссов. Хорошо, что у меня полет есть. Это уже радует немножко. Да. Ага. Так, почему я серый в него не попадаю? А, ему прямо в лицо. В морду лица нужно попадать серой, чтобы с ним что-то можно было делать. И как бы здоровье у него тоже огромное. Я просто не могу себе представить его без полета. Это полнейшее самоубийство без полета его убивать. Так, и мухами его можно убивать, но тоже рискованная вещь. Так, поехали. Полный полукруг мухой. Ага. И удар серой, который абсолютно не попадает. Ничего, не страшно. Двигаемся дальше. Полукруг мухой, немножко серы, немножко витаминов, немножко всего понемножку. Оп. И мой орел мух делает всю работу за меня. Ааа! Понятно. Окей. Так, сделка с сатаной. Каждый раз, когда меня бьют
Ай, давайте. Сколько той жизни? Полный набор той жизни. Еще больше урона. Я рад. Что оно абсолютно не работает для меня. Идем дальше. Так. Ну что? Пойдем налево. Почему бы не пойти налево? Потому что налево это обычно неправильно. Вот почему мы не пойдем налево. Пойдем. Серое сердечко. Вот-вот-вот. Маска уже оплатилась. Плодоносных, по-моему, бомб камней здесь нету, таких стопроцентных. Но здесь есть спуск вниз. Тут есть какая-то вещь, которая, по-моему, мне дает Flaming Tears. Ага, горящие слезы. Это было бы шикарно, если бы я мог это видеть и пользоваться этим. И был вообще получить от этого хоть чуть-чуть удовольствия. Зато вот это может изменить всю игру к лучшему. Потому что я могу сейчас получить кристальный шар. И... Да, я не получу кристальный шар. Давайте возьмем это. Давайте пойдем дальше и будем обижаться на всех. Подождите, я тут все аппараты обыграл. Давайте это. Один раз ткнемся в него. Почему бы и нет? Все, хватит. То есть в нормальном аппарате я могу... Единственное, что полезное найти, это дружелюбных мух. И они мне не нужны, так как у меня уже есть дружелюбные мухи. Я могу также найти целый доллар, но как бы... Да. И куда мне его себе засунуть? Экс... Пойдя. А ну-ка. Все-ка, давайте-ка. И видите, все четыре направления, которые я выбрал, все были неправильными. Я очень рад такому развитию событий. Угу. Ой-ой-ой, не та кнопка была нажата. Оказывается, кнопка F это полный экран. Я рад, потому что я теперь это знаю. Я также рад тому, что я могу прятаться на камнях и бить их издалека. Сказал я, выйдя из-за камней и попытавшись бить их сблизи. Зачем-то, почему-то, для кого-то. Для вас стараюсь, скорее всего. Так, кто у нас тут? Ня! Знаете что? Вы ня. Оставайтесь здесь, я пойду сюда. Ничего здесь не найду, кроме нужных иногда вещей, которые мне сейчас бесполезны. Теперь пойду сюда и выйду из этой комнаты с таким же большим успехом. Ах ты, ём! А еще более неприятные комнаты, которые можно пройти просто насквозь, потому что здесь всего лишь одна дверь. Невозможно было придумать? Явно нет. Что за глупый вопрос? Так. Давайте-ка сердечки. Давайте. Мы все знаем, чем это закончится. Сдавайтесь. Ага. И здесь у нас... Ну, давайте уже, давай. Сдавайтесь. Давай, есть. Так. Видите, как важно не сдаваться. Даже если вам говорят сдавайтесь. Потому что никто же не знает, кто еще на что наткнется по глупости. Так, серое сердечко. Я не знаю, что это было за слово. Но это был звук, который я издаю, когда я не радуюсь. Скорее всего. Потому что вот это все, это меня не радует. Все в этой комнате меня ужасно не радует. Как далеко еще, господи, нет, знаете что, я отсюда опять же уйду, опять же я не буду здесь оставаться, зато здесь нужно разобраться с товарищами мухами и всеми остальными, кто здесь тусуется. Ага, так, тринкет, картриджи, чудесно, не знаю, зачем он и что он делает, ну, пускай, пойдем. Используем мага, почему бы и нет. Может быть, на нашу маленькую серу будет действовать. Нет, самонаведение на нашу маленькую серу не действует. К сожалению. А то серое сердечко лишнее я получу. Итак. Так. Ага. Понятно. Теперь. Мой ореол мух делает просто волшебные и ужасно страшные вещи, которые меня немножко пугают. Но к тому же еще и радует, потому что он делает всю работу за меня.
практически ничего не приходится делать, кроме того, чтобы выживать. Серое сердечко. Так, давай. Чуть-чуть. Есть! Фотово. Руна Петро. Не, Перфро. Ты, ё-моё. Страшная вещь. Интересно, что она делает. Но это мы узнаем, может быть, в следующем забеге. А может быть и нет. Я тогда говорю большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.